Как я полагаю. Да-да. А это мой будет, да? Нет. I want a sport bicycle. Посмотрите, какая красота. Так, ну что, придется внутрь заходить тогда, раз такая тема. Я так понимаю, копия изумрудного Будды. Вода голубого цвета. Мой танзанийский наряд к месту. Я смотрю, тут тайцы прям наряжаются к такому событию, к посещению такого места. Значит, и я не зря нарядился. Есть еще такой храм в Паттайе. Это, кстати, одна и та же компания, спонсор, да, так сказать, всех вот этих построек. И возведение вот этого парка, это тот же самый спонсор, который в Паттайе делал храм. Не помню, как он называется, но тот самый, который без гвоздей, только лишь из дерева сделанный. Полностью деревянный такой есть там храм. Тоже хочу его посетить, посмотреть. Nice dress, I like it. Are you from Thai? No. No? We are from
Are you Malaysia? And the Malaysian dress is style, no? No, Thailand. No, for Thailand. Yeah, rent. And just for rent. Also rent, eh? This? Yeah. No, take. Very good. I want to rent like this. From Tanzania. 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 Masai. Короче, она продается здесь, точнее, дают вот эту одежду, оказывается. Ну вот, я могу, в принципе, тоже одеть эту одежду, как у них здесь, пожалуйста, арендовать. Оказывается, здесь дают такую даже вот классную. Да? Те самые две синхи, если кто пиво синха пил, то знает. Вот там как раз таки изображено это же самое животное. Это как собака, собака-кот, что ли? Котопес, короче. Небесное божество в виде животного такого домашнего, которое якобы охраняет Будду. Это четырехсторонняя такая статуя. Со всех сторон Будда. Симметричное здание. Флаг Сиама.
Таиланде это самый длинный солнечный месяц, март и февраль, насколько я помню. Максимально солнечные дни, количество дней. Сейчас бы, конечно, под прохладный водопад я бы не отказался. Посмотрите просто. Вот, ну, я не знаю, но здесь ходите. Посмотрите, просто деревья какие. Каждое дерево отдельно высажено в горшок и растет благополучно, кстати. Интересно, сколько вот лет ему? У меня такое ощущение, что ему тоже, этому дереву, ну, больше, чем мне, явно. Миниатюрное такое. Здесь, конечно. Смотрите, вот такие выбираю, зыну себе выбираю, вот, сейчас вот покрасивее надо какую-нибудь выбрать. Ну, одеты все красиво, мне больше салатовая нравится. Вот это платье, салатовый цвет, хороший. Короче, парад невест. А, это те же девочки. You want to repeat? And girls, do you speak English? Speak English? I want to ask you about this dress. You just take for rent here, yeah? Yes. And how much to pay for rent? 600 baht. 600 baht. Одно платье. Это for all day, yeah? And how call it? It's a traditional Thai dress, yes? Oh, no, I don't know, because I'm Vietnamese. Ah, you're Vietnam. You're all from Vietnam, yes? Yes. All. So I don't know. And you don't know about it. How cool. Understand. Before I spoke with Malaysia ladies, they don't know too, because only Thai ladies know. Okay, thank you.
Так, ну что, присядем на дорожку? Жалко, что нету водички тут. А, водичка, кстати, у меня есть. Какие-то шахматы тайские. Видно, другие совсем какие-то. У меня уже садится телефон. Ну как так-то, а? Толком я заснять. Хотя, в принципе, поснимал я. Нормально поснимал. Как в сказке. Я не могу просто уехать отсюда. Ну, просто круто, очень красиво. Со всех сторон, со всех ракурсов смотрится по-разному. Я вроде бы был здесь, но проходил там, а с этой стороны не был. И здесь вот уже совсем другое место, как кажется. На самом деле это буквально вот в 20 метрах. Наверное, это уже крайнее видео сегодня. Здесь, в этом парке, который я успею снять. Садится телефон. И я даже не уверен, что я все проехал. Еще есть что поснимать, еще есть что посмотреть. Не хватило мне даже, в принципе, дня, чтобы все вот так вот... Если прям все вот впечатлять и впечатлеть, да, на камеру запечатлять, то, ну, это надо прям с утра приезжать и до самого вечера. Я вам гарантирую, что на целый день здесь, Муанг-Баранге, можно прям на целый день зависнуть. В принципе, здесь и продают даже пиво холодное. И покушать можно относительно недорого. Так что Муанг-Баранг вообще номер один, наверное. А сколько тут девок, причем с Вьетнама, с Малайзии. И все ходят в этих нарядах. Я, правда, не узнал, как называется этот наряд тайский. Но круто. Здесь реально мне очень понравилось. Не зря я сюда вырвался, не зря я сюда нацелился. Это прям бомба. Как один мой товарищ говорит, бомбиссимо, офигениссимо. Так что приезжайте в Бангкок и езжайте в Муанг-Баранг. 30 километров вниз, к югу. В принципе, это Бангкок есть. Это южная часть Бангкока.